Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу массаж нефритовым роллером, который я делаю, обожаю, потому что он такой приятный и сильного воздействия, как гуаша. Массаж гуаша он не делает, но в то же время он помогает подтянуть кожу лица и шеи. В то же время он помогает активизировать все процессы, которые проходят под кожей. А гуаша действует более сильно и более точечно, поэтому это другой массаж. И приступим к массажу роллером. Как я до этого говорила, уже кто внимательно смотрит за мной, этому роллеру ровно 23 года. Он у меня с 2000 года. Вот здесь и ручка, натуральный камень, и сама вот головка этого роллера тоже натуральный камень. Обыкновенная конструкция. Вот, и начинаем работать. Сначала мы пройдем зону шеи и декольте, потом я перейду на лицо. Когда катаем шею, проводим сверху вниз, аккуратные нежные движения, ролик катается автоматически и очень даже супер приятно, он еще прохладненький. У нас на улице сегодня 32 градуса. Когда вы пройдете вот слева направо, сверху вниз, можете повторить 2-3 раза. На этом видео для видео я не буду повторять много раз. Пройду 2 раза. Ранее, когда я делала этот массаж, выставляла, был вопрос у девочек, а можно этим роллером, ну, как бы идти вверх-вниз, вверх-вниз? Конечно же, можно. Вопросов нет. Можно делать роллер, катать вверх-вниз, но можно вот сделать просто определенные такие упражнения. Теперь катаем зону декольте, платизму, и, как и в любом другом массаже, который я показывала ранее, ведем линии от центра вверх наискосок. Соответственно, работаем левой рукой правую сторону, правой рукой левую. Здесь можно немножко покатать слева направо немножко и сверху вниз. Вот это тоже очень хорошо помогает нашей мышце платизме. Я уже не говорю о том, что это проводим этот массаж на чистое тело, конечно, с чистым роликом, который обрабатываем. И сейчас я вот обработала тоником тоже. И переходим к лицу. Лицо обычно, когда я делаю, но я вам скажу, кто, может быть, как, потому что много вопросов тоже было. Я не наношу никакого масла, никакого крема, потому что слишком скользящая поверхность будет не совсем эффективна. Тем более роллер, он из натурального камня, и будет он так и так сам хорошо кататься. И когда будет слишком смазано лицо, и поверхность будет скользкая, особого эффекта не будет. Он просто будет кататься туда-сюда. Так, пусть подсушится немножко после тоника лицо. Поэтому я всегда делаю на чистое. Гуаша я делаю с маслом. Роллер я делаю без ничего. Вот просто тоник. Лицо сейчас подсохнет немножечко. Но не прям на сухой. Вот оно у меня прям вот увлажненное. И мезороллер я делаю на сухое лицо. Все, поехали. Сначала делаем зону от подбородка вверх к вискам и прокатываем вот так каждую зону вверх роликом.
Потом постепенно перейдем на лоб. Я сделаю одну сторону, потом буду делать другую. Начинаем. Здесь тоже по принципу можно снизу вверх вот так поднимать, а можно катать. Нет определенного такого правила, причем ограничений каких-то, что это нельзя так делать, это можно. Но вы вот подумайте, что ну и что так легко катается ролик, и, ну и что, и какое воздействие. Вы не представляете, но вы ощутите, вы прям почувствуете, как ваша мышца стала немножко прям покалывать, и как ваше подкожное вот вы почувствуете, что это действительно работает. Но во всяком случае, я это чувствую. Вот даже когда сейчас я катаю, я не нажимаю прям сильно, я не давлю совсем, но чувствую. По большому счету, конечно, вокруг глазика бывают маленькие такие роллеры. Я вот сколько все время хочу их приобрести, но особой такой задачи не было. Поэтому я вот этим роликом просто вот так внизу аккуратненько прохожу. Показываю сбоку. Вот. Вверх. Вниз, слева направо. И сделав буквально за 10 минут все лицо, шею, зону декольте, вы даже увидите, что у вас лицо немножко порозовеет. Так, теперь аккуратненько переходим на зону висков, виска, не давим сильно. Здесь мы как раз работаем с этими морщинками, которые от наших часто хороших улыбочек. Ну, они солнечные морщиночки, они нам всегда, не надо от них избавляться. Я не знаю, вот когда кто-то колет ботокс или что-то делает, замораживает, но это, конечно, не совсем красиво. Я в жизни не делала ботокс. И много раз, скажу вам, сотни раз слышала, во-первых, и вопрос о своем лбе, и некоторые хейтеры, которые говорили, да ладно, там, макароны вешать на уши, у вас точно лоб весь проколы. Одна написала, посмотрите, у нее даже лоб не шевелится. Я ей написала, да, не шевелится. Вот так вот, такая счастливая. Могу похвалиться и горжусь этим. И когда она спросила, а в какой клинике вы делали пластику, подтяжку лица и все уколы, я ей ответила. Клиника называется «Радом». Операция была сделана в 1961 году, которая называется «Роды новорожденного», а врачи были мама и папа. Вот. С такими только так надо. Отличный такой этот массаж, просто волшебный. Так, эту сторону я сделала. Если вы хорошенько присмотритесь, вы можете заметить вот немножко изменения этой стороны и этой. Посмотрите, это как будто бы прям приподнялась. Теперь я сделаю эту сторону. Значит, опять начинаем с этой зоны и катаем хорошенечко. Эти роллеры сейчас продаются, по-моему, везде. Сразу предотвращаю вопрос, потому что после каждого видео, когда я показываю каких-то своих помощников, у меня сотни, сотни вопросов, где это приобрести. Еще раз, пожалуйста, всем говорю, по своим местным каналам, по своим источникам, на своем месте, там я не знаю, какие у вас есть индекс, Яндекс.Поиск или что, или Google, заводите роллер нефрит или джейд, это вот джейд, есть камень тоже натуральный, хороший, зеленого тоже цвета, и кварц вы можете взять натуральный, но желательно, чтобы это была качественная, хорошая штучка, которая вот сколько бы вы ни катали, у меня эта штучка уже 20 лет, чтобы она у вас и не отвалилась, не скрипела и работала на вашу красоту. Натуральный камень, он нагревается. Вот сейчас так опять под глазками пройдем.
по скольной кости. Все вверх, вверх. И височки погладим. Сильно не нажимаем в этой зоне. Так, и перейдем на лобик. Обязательно уделите внимание, прям существенное, зоне между бровями в центре и прям покатайте, покатайте хорошо. Если вы заметили, что ролик, он не прямо одного размера, вот такой вот, как карандаш, а в центре он немножко толстенький, а сюда немного сужается. Это очень удобно, потому что когда надо меньшую, такую более сложно доступную зону, можно там пройтись кончиком этого ролика, как здесь, вот как сейчас я делаю. Так, обязательно катаем бровные бугорки. И можно прям по самим бровям пройтись. Брови у меня без всякого карандаша, без макияжа. Глаза накрашены, конечно. Вот, поэтому я смело прохожусь по ним. Так, прекрасно. Теперь, я, знаете, у меня лицо прям порозовело. Я не знаю, вам это видно или нет. Но я прям вот чувствую, как у меня щеки горят. И теперь посмотрите. Более-менее две стороны выровнялись, правильно? Вот. Это вот с одного занятия. А представляете, если вы будете делать, ну, как я рекомендую, два раза в неделю. Вот по моему марафону девочки будут делают и будут делать два раза в неделю. Ну, если вот два месяца марафон, 8 недель, я точно знаю, что хорошие могут быть результаты. Теперь мы покатали лицо, и, конечно же, не забываем работать с подбородочком и зоной под подбородком. Здесь мы катаем просто аккуратненько из-под нижней губы до зоны под подбородком. Так, отлично. Теперь прямо вот по самой этой линии. Посмотрите, вот здесь вот так вот вводите. Тоненький конечек будет упираться в шею, а более толстый будет идти по вашей челюстной косточке. Так, теперь повторяем другую сторону. Знаете, это все выглядит так немножко затянувшийся процесс, или что это долго, катаю, непонятно, в смысле долго, что, где, когда. Но я вам скажу, когда вы уже приловчитесь, когда у вас будет вот свой хорошенький роллер, и вы им будете пользоваться, катать лицо, вы будете просто получать удовольствие огромное. Теперь, пожалуйста, большое-большое предупреждение. Роллером, в частности, роллером, мезороллером можно, роллером нельзя. Вот это вот не надо делать упражнение, вот просто с глазу вниз катать туда-сюда. Потому что вспомните, как ваша мышца находится, вспомните. И что мы хотим, самое главное, мы хотим приподнять нашу мышцу и нашу кожицу разгладить. Мезороллер – это совсем другая тема. Там иголочки, они идут и вертикально, и горизонтально, и по диагонали. С роллером так это не работает. Пожалуйста, вот строго, строго по массажным линиям, строго вверх, строго вверх. И лобик, правда, можно вверх-вниз катать, потому что здесь у нас мышца такая, которую можно так катать. И вот по бочкам в завершение проходим немножко, не сильно надавливая, прокатываемся. Здесь проходит лимфопоток, проточные пути, поэтому мы можем немножко вот так покатать и прогнать лимфу. Опять у меня что-то с горлышком.
пересыхает. Так, ну в общем, в принципе, и все. Совершенно легко и просто. А самое главное, с удовольствием, когда вы это делаете, и с настроением, это вам все принесет пользу еще в 2-3 раза больше. Извините за мой голос, но я сегодня очень... Я записала 3 видео, и одно за другим, поэтому немножко у меня голос сел. Всего хорошего, супер недели и до встречи!